заяц чешет у нас там по дороге. Надо быстрее, поближе, чтобы чешет. Видно будет, нет, на камеру. Маленький, а? Маленький вообще. Вот, побольше был первый. Честно, ну давай, давай, тиши. Друзья, короче, один там внизу где-то покрикивает. Неохотно так. Один-два раза крикнул, что-то помалкивает. Один сейчас там вверху тоже так что-то промычал. Что-то не хотят кричать. Короче, мороза нету еще. Тепло. Ну, внизу по ключам-то вроде бы иней. Лежал сейчас, морозика. Здесь на горах вверху еще тепло. Совсем тепло, вот раздет, ставил, расстегнулся весь. Он неохотно, вот бык отозвался сейчас. Промычал что-то. Ну-ка, давайте сейчас попробую крикну. Молчат, молчат. Рано еще или кого ли, но время уже, блин, так-то вот. Должны вовсю кричать уже. Друзья, вот свежая чёска. Он стоял, чесал здесь бычина. В прошлый раз я здесь проходил, не было ничего. А сейчас, видите, зачёсан, сломал. Бурую сделал здесь. Сейчас там вроде на вырубе было все исхожено. Свежая чёска, совсем свежая, еще даже не высохла. На днях, может, сегодня или вчера, наверное, зачесывал, кричал. Так они тут чешутся, ломают все. Зачесывал в прошлом году, зачесывал, видите, и сейчас на этом году опять на этом же месте. Но, блин, молчат. Погода вот испортилась. Вообще молчат. Тишина полная. Вот сидит белочка. Посижу вот. Ух, вздохнулся. We'll be right back.
два. Что-то куда-то пускнуть-то конкретно пускнул, а что-то куда-то туда вниз понесся. Нос крови вот. Кровь выглядит. На прыжках шел. Гуранчик хороший, козлик. С полем. Так, друзья, как-то один подписчик мне посоветовал голову ложить между ног. Вот так. Вот так вот раз. Вот так раз. Вот так, видите, друзья? Да, вот. Ну и веревки связываем потом между собой. Я попробую. Да, действительно так. Полегче носить. Ой, вот измазался весь. Я еще как делаю. Так, берешь палку, ломаешь ее. И вставляешь так сюда вот. В отверстие туда. Она как-то удобнее, рука руку не режет. Вот он, наверное, шел. Вот, поднимался здесь по дороге. Вот, накопал. Я как раз там сверху спускался, он вышел на меня. Вот, друзья, видите, как? Вот он. Я его так несу, и он рогами не упирается. И ногами не упирается. Видите, как вот удобно, конечно. Большое спасибо подписчику, который мне посоветовал это сделать. Я раньше так не носил. Но теперь так таскаю, удобно.